Ограничительные мероприятия в отношении дошкольных и школьных учреждений сохранятся до особого распоряжения главного санитарного врача округа. В Губкинском стартовал 20-й юбилейный конкурс профессионального мастерства «Педагог года». Цель его проведения – повышение престижа педагогической профессии в обществе и рост мастерства учителей и воспитателей. За 20 лет, что в городе проводится конкурс, в нем приняли участие более 150 представителей Губкинской системы образования. В юбилейном «Педагоге года» примут участие 7 учителей и 7 воспитателей. Учителем нужно сначала родиться, а потом учителем стать. И вот этот путь становления, он бывает нелегким. Он бывает достаточно долгим и тернистым. И вот такие конкурсы педагогического мастерства – это еще одна ступенька, конечно, к профессиональному становлению. Уважаемые участники подвига под названием «Учитель года 2016», вы сегодня уже самые лучшие, мы вами гордимся, и я искренне желаю вам удачи. Вы уже победители, потому что вы бросили вызов не столько друг другу, сколько себе. Вы решили проверить свое профессиональное мастерство, вы решили продемонстрировать все то, чему вы научились, чем вы владеете, но самое главное – вы хотите получить положительный заряд общения, профессионального общения педагогического, и это здорово. В юбилейном конкурсе, помимо традиционных этапов открытого урока, методических семинаров и творческих номеров, педагогам и воспитателям предстоит написать эссе, принять участие в педагогическом совете и защитить образовательный проект. Сегодня же 14 участников конкурса профессионального мастерства представили на суд жюри свои визитки. Встречаю деток радостно с порога, и с ними новый день готова проживать. Солнце золотое, небо голубое, ты взгляни скорей вокруг. В течение недели, пока будет проходить конкурс «Педагог года», на официальном сайте Управления образования будет открыто онлайн-голосование за лучшего, по мнению губкинцев, учителя и воспитателя. При определении победителя голоса на сайте будут также учтены главным жюри.